Люсенька, ну вот мы и пришли, садись за стол. Ура, кафе! Давно мы не были с мамой в кафе! Да, это правда, малышка. Ладно, выбирай, что ты будешь кушать? Несложно догадаться, я заказываю мороженое. Люся, ну мороженое это десерт. Мы с тобой договаривались, что пойдем в кафе кушать, а десерт получают только после еды. После еды? Да, Люся, таково правило. Сначала надо покушать, а потом можно полакомиться и десертом. Смотри, что ты выбираешь? Сосиску в тесте? Бургер с салатом и котлетой? Или вкусную пиццу-маргариту? Пиццу-маргариту, конечно! Я ее просто обожаю! Ну хорошо, тогда давай ее разделим. Интересно, сколько кусочков у нас получится? Сейчас две половинки. А если мы разделим вот так и вот так? Сколько кусочков получилось, Люся? Дай-ка я посчитаю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все верно, малышка. Ты научилась считать. А теперь давай кушать. Молодец, ты съела один кусочек. Теперь скушай второй. Умница, теперь третий. Смотри-ка, ты проголодалась. Сейчас скушай четвертый. Пятый. И шестой. Ну вот, видишь, оказывается, ты была очень голодная. Ты сама съела целую пиццу. Да, мамочка, ну теперь мне можно десерт? Я хочу мороженое. Конечно, можно. Выбирай, какое тебе больше нравится, клубничное или ванильное? Клубничное хочу! Вот, угощайся, Люся. Ням-ням-ням-ням-ням, вкуснятина! Молодец, ты покушала, малышка, теперь можно идти домой. Подождите, подождите, куда это вы собрались? В нашем кафе все малыши получают конфеты. Девочка, выбирай, какая конфета тебе больше нравится? Чупа-чупс свистулька? Чупа-чупс шипучий апельсиновый напиток? Или желейная акула? Ой, но я уже наелась сладкого. А можно взять конфетку домой? Конечно, можно. Ну тогда я выбираю чупа-чупс, апельсиновый, шипучий, лимонад. Ладно, вот, держи. И обязательно приходи к нам еще. Конечно. Ох, Люся, Люся, как же тебе сегодня повезло. Съела сегодня мороженое, еще и конфету подарили. Ладно, пойдем быстрее домой. Там тебя сестрички ждут. Ух ты, моя сладкоежка. Да, я у тебя сладкоежка. Вот так мы сегодня с малышкой Baby Life Люсей ходили в кафе. А вы любите посещать кафе? Кушать пиццу и сладости? Если да, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и смотрите мои другие мультики с куклами и пупсиками. Пока!